Друзья, привет! Сегодня мы отправляемся в новое путешествие к такому прекрасному месту, как озеро Миллертаун. Когда я создавала этот ролик, я хотела найти информацию, ту, которую я не знала сама. Но читая комментарии отдыхающих здесь, я поняла, что в любое время это озеро просто великолепно. И вокруг него природа, она настолько интересная и отличительная от других мест, что просто завораживает. Озеро окружено невысокими холмами, покрытыми травой и редкими дубовыми рощами. В середине лета трава желтеет, и холмы становятся сначала золотистыми, а затем коричневыми. Путешествие с севера Калифорнии мы решили остановиться в кемпинге, который находится на этом озере, так как жилья или отелей здесь совсем нет. Но, честно говоря, я была очень в восторге от того, что действительно это намного красивее, намного запоминающееся, чем просто остановиться в какой-нибудь гостинице. Это искусственное озеро неподалеку от города Фриан и также находится к северу от центра Фресно в 24 километрах, является водохранилищем, которое было создано в результате строительства плотины. Созданная плотина высотой 97 метров на реке Сан-Хоакин вместе с озером обслуживает большую часть линии графства между округом Фресно и округом Мадера. В озере хранится вода для орошения, которая распределяется по каналам с долины. Ну а второе использование включает борьбу с наводнением, а также отдых, рыбалка, плавание, катание на водных лыжах и кемпинг. В 3 километрах к востоку от озера Миллертаун Роуд находится казино Table Mountain. Ранним утром нас разбудило прекрасное пение птиц. Ну а кроме сусликов, кроликов, белочек, здесь оказывается есть опасные змеи и такие животные хищные, как горные львы. Перед отъездом с этого кемпинга мы увидели предупреждение, что эти горные львы могут быть очень опасны и непредсказуемы. Поэтому, если вы едете с детьми, то обязательно их нужно держать рядом. Если вы пошли куда-то гулять, то нужно говорить очень громко, чтобы вас слышал этот зверь и старался обходить вас стороной. Ну и вариант просто быть готовым ко всему.
Друзья, всем хорошего настроения, отличных путешествий и до новых встреч!